Городская больница номер 4 была введена в эксплуатацию в 1962 году. В 1975 ее возглавила Элеонора Павловна Рябцева, проработавшая в должности главного врача без малого 30 лет, до 2005 года. Я знаю, что я жесткая, но они не обижались на меня. Не обижались, во всяком случае. Потому что несправедливо, нет, всегда могли люди знать, что городская больница номер 4 всегда стоит на посту и готова помочь в любую минуту. Ежегодно здесь проходят лечение более 30 тысяч пациентов, выполняются свыше 15 тысяч операций, в том числе сложные, высокотехнологичные. Сохраняя преемственность поколений, 4-я городская больница славится своими династиями. Одна из них – семья врачей-кардиологов. Алина Скороход работает в клинике почти 40 лет, последние 30 из которых рука об руку с дочерью, всегда подсказывая, а главное – советуясь. У меня проблем, например, нет посоветоваться со своими коллегами. Я всегда к этому стремлюсь. Я не люблю свое одно мнение. Я не придерживаюсь одного своего мнения. И никогда не пытаюсь быть категоричной в этом плане. Ну, если, как говорится, мое мнение совпадает с двумя-тремя коллегами, я этому радуюсь, и все. С сентября 2017 года и по сей день медицинское учреждение возглавляет Игорь Лукьянченко. Под его руководством штат из 1000 человек. 4-я городская больница является многопрофильным лечебным учреждением, в состав которого также входит 2 медицинских центра. Это региональный сосудистый центр, который оказывает помощь пациентам с острым коронарным синдромом и пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. И травматологический центр первого уровня, оказывающий медицинскую помощь пациентам с политравмой. Особое внимание в больнице уделяют комфорту пациентов. Удобные палаты оснащены всем необходимым для того, чтобы даже здесь ощущать домашний уют и тепло. В следующем году больница продолжит вводить в эксплуатацию новое современное оборудование, часть из которого поступает уже сейчас. В частности, это современные аппараты УЗИ, эндоскопы и компьютерные томографы. Елизавета Червяк, Евгений Химченко. Время новостей.